Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами Жек Херсон. Ребят, добро пожаловать на первый взгляд игры Космонавтика. Довольно-таки интересный симулятор космического пирата, торговца. Какой вы путь себе выберете? Давайте взглянем на нее. Игра, инди-игра от независимых разработчиков. Это второй их проект, если я не ошибаюсь. Ну, я думаю, вам понравится. Совсем недавно общался со своим другом, он сказал: «Жень, ты знаешь, давненько не было такой игры, чтобы можно было путешествовать в космосе, улучшать корабль, покупать, продавать, бороться с космическими пиратами». Я говорю: «Да, не было давненько». И нарыл чуть-чуть, думаю, он посмотрит это видео, улыбнется, потому как я его вспомнил, и чуть-чуть поиграет в нее. Окей, ребят, начнем, новая игра. Скажу сразу, чтобы вы сильно не ругались. Игра на английском языке. На данный момент доступна у нас пролог. Компания скоро будет доступна. И сэндбокс. Так, пролог — это обучение, которое мы будем с вами проходить, чтобы понять основы игры. Минус игры в том, что она на английском языке. Но, посмотрев данное видео, вы поймете основы и без труда разберетесь, куда вам тыкать, а куда лучше не тыкать, ребятушки. Так, у нас будет робот-попугай, лучше бы робота-кошку, чтобы мурлыкала, наверное, сделали. Ну ладно, у пиратов должен быть попугай, поэтому робот-попугай. Так, вот наш корабль, ребят. Покажу, расскажу, что тут он из себя представляет. Так, ну понятно, все хорошо. Посмотрите, двигатель. Рубка для управления кораблем, телепорты для перемещения между уровнями корабля. Трехпалубник, космический трехпалубник. Довольно-таки неплохой для начального космического корабля. Что доступно? Первая у нас клавиша, ребят. Смотрим, где мы находимся. Планета Ионис. Есть у них космический док. Высокая популяция, аркад холл, фермерство и производство бумаги. То есть, если здесь закупать бумагу и продавать на других планетах, мы можем чуть-чуть заработать бабосики. Кэш мани, дала-дала билью. Ладно, с этим разобрались, запомнили, бумага. Так, почем нынче бумага у вас? Джон, ну ты красавчик. Только бабло, спасибо. Компьютеры, игры, текстиль, табак, кофе. Вот бумага. Бумага по 45. Ладно, мы еще с тобой вернемся. Так, то есть вторая вкладка слева сверху — это у нас покупка или продажа товара. То есть мы на одной планете покупаем, допустим, воду. По 52, продаем по 60, по 70, и наварившись на эти деньги, покупаем себе нового члена экипажа в команду, нанимаем, либо же улучшаем себе корабль. Что понятно, в принципе. Третья закладка, ребят, это кастомизация вашего корабля. То есть перенос отсеков, комнат разных, покупка комнат. Именно так называются, ребят, вот эти вот места, где мы можем строить себе комнаты. Так, покупка комнат. Первое, что нам необходимо, место, где они будут жить. Покупаем. Окей, пусть сразу сюда и портируются. Так, подходишь, ты уже в жилой комнате. Следующее, что нам необходимо. Так, здесь подтвердили. Следующее, что нам необходимо, место, где они будут кушать. Есть. Ну и понятно, и инопланетянину, что после того, как покушали, поспали, нужно сходить в туалет и помыться, поэтому давайте. Вот тут у нас полностью оборудованный жилой отсек есть. Так, а теперь, ребят, не-не-не, все нормально.
Вернуться в игру. На секундочку вернемся в пятое меню. Пятое меню, ребят, это у нас набор экипажа. Нам необходим для пилотирования пилот. Ну ладно, пусть будет такой. На Тони Старка похож. Вернее, на отца Тони Старка. Нанять. 474 на 10 дней. Окей. Так, до 9 человек можно нанять. Да, это понятно. Также нам необходим человек, который будет ремонтировать все. Лучше бы вот этого пилота наняли. То покрасивее. Хаки. А больше нету никого. Уборщица есть. Наймем. Юскаут. Нам нужно репиринг. Ага. Для использования скаута необходимо 1800 монет. Пока мы не можем себе это позволить. Поэтому пока доступно два члена экипажа. Пилот и уборщица. Я бы еще нанял человека, который будет все ремонтировать, но пока я его не вижу. Пилот и ученый. Ничего себе, за 2000 на 44 дня. Это уже сильно жирное. Так, и у нас остается 1400. В баре четвертая закладка. Бар, где мы берем наши задания. Задания отличаются способом выполнения. То есть доставка груза, доставка, транспортировка пассажиров, либо уничтожение пиратов, кораблей, или заказ на убийство какого-то ненужного человека или инопланетянина. На данный момент доступно три задания. Сложность задания исчисляется черепами на желтом фоне, то есть это два. Нужно 6 сидений, то есть здесь кого-то нужно перевезти. Пати Номадс. Ребята хотят, чтобы мы перевезли их. За это нам заплатят 3000. Но у нас нету места на 6 персон. Здесь тоже сложное задание. Кровавый фанатизм. Я даже не хочу читать, что это за задание. Окей. И здесь сложное. Ну хорошо. Давайте поступим так. Не будем брать никакие задания. Возьмем место под груз. За 600. И на 800 возьмем груза. Пока это оптимальное, что мы можем сделать. Так. Да куда? Пофиг, вот сюда. А вот и первая награда в 10 тысяч кредитов. Так. Мы только еще хотели затариться в магазине бумагой. Говорят, у вас дешевая бумага, Джон. Ну вот это он, конечно, красавчик. Писаный. Видите, да, 6 у нас. 6 свободных. Ну, будем говорить, 6 тонн груза можно перевести. Да? Так, есть дешевая бумага. Бумагу берем. А нам бумаги. На 270 затарились бумаги. Окей, бай. Есть. Все, полностью загруженные. Смотрим, где мы находимся. Так, как это называется, планета? Секунду. Ионис. Ионус. Так, это мы где? Это мы где? А, вот, Ионус. Ионус.
сколько, 5 дней лететь, 4 дня, 3 дня, 4 дня. А сюда, если 3 дня. Высокая популяция, производство дерева, артистическая гильдия, заводы. Ну давайте слетаем на Фарангол, я не знаю. Так, по финансам наша статистика. Исследования. Пока мы не исследуем ничего, ребят, потому как у нас нету ни денег, ни ресурсов, ни места, где мы могли бы это все исследовать, ни человека, который бы этим занимался. Нам нужно слетать на Фарандол. И нам дадут 10 тысяч. How to move studio. Фарандол так Фарандол. Окей. Мы, в принципе, туда и собирались. Погнали. Все, ребят, вот так вот выглядит экономическая модель данной игры. То есть вы усовершенствуете свой корабль, ставите необходимое. Давай, давай, управляй. А то ты смотри на него. Вообще расслабился. А ты не отвлекай, стала тут перед мужичком. Буферами щеголяешь. Иди убирай. Может, с Неким можно было повременить. Все. Куда ты? Зачем вы сюда пришли? Так. Ты разве не на диете? Да заткнись ты, попугай. Так, скорость можно чуть-чуть увеличивать, ребят. Если вы не хотите смотреть вот так в разрез, что происходит на вашем корабле, вы отдаляете и просто ждете, пока летит ваш корабль. Если хотите, пожалуйста, можно посмотреть. Можно посмотреть, где в данный момент находится ваш корабль. Вот он, видите, да? Подходит Фарандолу, хотя... Полпути еще, я бы даже сказал. Окей. Тут, если так будешь управлять. Пока мне нечего смотреть, пока ничего интересного нету. Капитан спит. Уборщица кушает. Все, покушала. Как уточка, видите, ребят? Кто, интересно, управляет кораблем, если капитан команды на 5-й точке после чипсов? Хоть бы помылся. Так. Вот здесь, что ли, мы? Должны приземлиться. Ну да ладно. То не он только что был справа по борту. Не Фарандол. Так, что-то. Но мы как бы догоняем его. Должны уже... Понятно. Все. Приземлились. Капитан наш улучшил свои навыки. То есть мы его можем улучшить. Да заткнись ты, попугай. Есть. Окей. В правом нижнем углу такие параметры, как здоровье, усталость, голод, туалет и ванна. То есть все это должно быть в наличии, и чтобы им было где поесть, и помыться, и сходить в туалет, и со здоровьем было. Тогда ваша команда будет рада и довольна. Так,
Окей, заходим в магазин. Почем бумагу? Не желаете продать? 397 заработали, 660 мы продаем бумагу. Ну, в принципе, немного, но какая-никакая прибыль, ребят. Плюс нам дали 10 тысяч за выполнение квеста. Я считаю, это нормально. Так, давайте посмотрим информацию по этой планете. Высокая популяция, производство дерева. Так, а есть ли у вас тут необходимые... А вот, ремонтник. Ты-то мне и нужен. Нанять. Пилот уже есть, спасибо. Такого сумасшедшего пилота в жизни никто не наймет. Посмотрите, ребят, он же как из фильма «Назад в будущее», профессор сумасшедший. Пилот. А вот одноглазый пилот, смешная. Стрелок, медик, пилот, хакер и стрелок. Ну это какая-то муха. Есть задания какие-то. На Аудербас. А что вы хотите? Сложность выполнения несложна. Еду, да? Окей, возьмем. Хотя вот тоже задание. Но тут, скорее всего, воевать. Да, атакуйте станцию. Нет. Этим заниматься пока мы не будем. У нас нет вооружения. Никакого вообще. Перед тем, как закупиться деревом, которое здесь дешевле, я уверен, вот сюда надо воду возить. И игры. Игры дорогие, по 217, ничего себе. Так, давайте посмотрим, что там у нас с квестом. Миссии. Ну, типа, доставьте еду. Ладно, затаримся деревом и выплываем, а там будет видно. На 174. Я бы такой, чтобы... Конечно. Ну, здесь нельзя, видите, здесь нету космического дока, здесь я не могу усовершенствовать корабль. Напомните, на какую планету лететь? Аудердас. Окей. На Аудердас, так на Аудердас. Где этот Аудердас? А вот он. 5 дней путешествия. Понеслась. В принципе, ребят, вот в этом и заключается весь смысл игры. Берем задание. Что-то куда-то везем, усовершенствуем. Нападают космические пираты, начинаем отстреливаться. Ну, хорошо, что на нас никто не нападает, потому как у нас оборонительных не... Опа-ча. Не. Это просто кому-то нужно сходить в туалет. А вот ремонтник, ребят, которого мы наняли, уже занялся ремонтом необходимых механизмов. Передатчиков или что он тут ремонтирует. Ну, уборщица, да. Давай, давай, не стесняйся, садись. Да, плохо очень, что... Тебе ничего тут не мешает? Негде больше постоять? О, хоть начало убирать. В будущем, ребят, мы будем усовершенствовать корабль, зарабатывать больше денег, потом продадим его, купим большой себе корабль,
Ну, все как в играх, где нужно что-то покупать, продавать, усовершенствовать и строить. Простите, господа. Так, где там мы уже? Далеко нам еще? На Аудердах. А, вот в этой точке мы пересечемся. Ну окей. Слинки Висел. Странное название для космического корабля. Айдер Даус какой-то. Ну да, здесь подождем, как раз развернемся, и можно будет заходить на планету. Да уже все. Может, хватит? Ты капитан или сыруха какая-то? Что ты вечно тут в туалете трешься? Помылся и вперед. Тут как не спячка, так болячка. Я вижу сразу. Вот занимается делом, ремонтирует. Вот убирает. Ну, в принципе, все начали заниматься. Окей, приехали. Выращивание семян. Так, Аудердах. Не желаете приобрести дерево? Мы же дерево здесь? Ну да, 200 заработать. Не густо, не густо. 10 400. А по квесту что на Аудердаге? Но мы еду вообще не перевозили сюда, им не привозили. Так, давайте посмотрим, что тут у них. Семена, да, дешевые семена. Компьютеры. Ничего себе компьютеры, 1184. Ювелирные изделия. Вот неплохая, вот эротические магазины. Не всегда, ребят, в цене, вы же знаете. На 660. Есть. Так, а где же мне нужно выйти? Как вы видите, ребят, есть три кольца в галактике. Внутреннее кольцо нам доступное. Среднее кольцо, которое недоступно нам, не заучено. И третье, которое очень огромное и далеко. Видите, тоже неизвестное, какие там планеты. Что там? Как там? Погнали на вулкана за один день. Может, там еда есть. Такие путешествия между планетами прикольные. Давайте чуть-чуть перемотаем капельку. А то что вам не кажется, что я в минуса езжу? Или у меня просто мало места? Мне надо усовершенствовать корабль так, чтобы я мог брать больше груза. Ну, ребят, повторюсь еще раз. Это первый взгляд. То есть я, как и вы, не играл в нее. Окей. Эротические магазины не желаете? 300 заработаем просто так, вон, смотрите. Ну, забирай. А вот, миссия провалена, вы не доставили никакой еды, вам не заплатят, повезет в следующий раз. А я не вижу. Ну вот, еда, я только ее увидел. И то она не из дешевых. Бумага, магазины, какой-то мусор, энергия. Давайте сделаем вот что. Так как в этой, на этой планете можно усовершенствовать свой корабль, а денежные средства нам позволяют это сделать, добавим еще, ребят,
Нет, наверное, это я не хочу. Пока мы повозим груз. Так. Грузовой отсек где у нас? Вот здесь, что ли? Наверное, да. Давайте добавим еще. Так вот. Теперь мы можем перевозить 12. И затаримся энергией на 12. Она дешевая, правда. А что еще тут подороже? Это какой-то мусор, перевозить мусор. Бумага по 43. На 600. Давайте. Окей. Хотя сразу давайте тогда уже, раз такая пошла пьянка, купить комнату, оружие. И купим, ребята, турель, чтобы можно было отбиваться. Есть. Купим для перезарядки место. Все. Подкупим патронов чуть-чуть. Пару ракет. Ого, ракеты дорогие. Две ракеты хватит. И 100 пуль. 100 патронов. Так, ладно. И самое важное, ребят, теперь к этому всему нужно купить стрелка. А его нет. Использовать скаута. Стрелок. Да, дороговато нам обойдется поезд стрелка, но мы его найдем. Стрелок, стрелок, стрелок. Да что вы такие все смешные? Пусть это будет дама, она поприятнее вас всех. Все, теперь мы сможем за себя постоять. Так, по квестам. Три дня, говорят, поторгуйте, полетайте между планетами. Нету миссий. Давайте еще купим. Вот здесь. 18. Можно еще взять что-то, какой-то товар. Мы такие перевозчики. Межпланетные перевозки. Батарейки еще взяли. Все. Отправляемся. Так, мы сейчас на планете. Частенько такое будет. Вокадо. С Вокадо нам нужно отправляться. Три дня Самуэль. Нормально, погнали на Самуэль. Понеслось. Так. Есть турель, видите, поставили центр управления турелью, будем отбиваться уже. Так, ремонтник. Стрелок. Ну, в принципе, уже так компашка у нас повеселее. А вообще, мужик неплохо устроился. Две барышни, одна инопланетянка. Правда, она мигает. Не горизонтально, а вертикально. Но ничего, ему это, ему от этого не хуже. А вообще хочется купить себе новый корабль. Пока наш грузовичок. Так, ладно, перематываем пока месте. Пока до Самуэля долетим. Купить побольше корабль, усовершенствовать, открыть вселенную, чтобы можно было летать на дальней планете.
на дальние планеты. Ну и изучить еще вот эту вселенную, потому что надо знать, где, на каких планетах, что продавать, что покупать, чтобы нормально зарабатывать, а не по 300, потому как нам-то зарплату надо тоже платить. Ну что там, садимся, нет? Есть. Так, нам дали мистический контейнер за то, что мы производство еды. Здесь можно еды затариться. Давайте сначала зайдем и продадим все, что у нас есть. Так, энергия по 80. 253 заработали. Копейки вообще. Что такое 253? Так, а что у нас еще было? Мы вроде еще что-то покупали, нет? Бумагу. Ого! А бумагу тут они-то ее и импортируют на эту планету. Вот на бумаге нормально 600 просто заработали. Нормал, хорошо. Окей. Окей, окей. Есть какие-то задания, может, когда кому-то что-то надо перевести. Здесь перевести. Здесь груз. 5000 дадут. Здесь еду нужно доставить. Здесь награда 7500. Здесь тоже перевести. Вот это, ну здесь опасно, это. Пять штук награда. Но сложность 9. Да нет, мы лучше так. Вон дерево есть. Компьютеры. Если взять сейчас компьютером на 3600. Может, лучше не компьютеры. Не будем так рисковать. Флешки, вон, смотрите. Флешки. И нарисованы дискеты. Давайте затаримся дискет на 2 штуки. Есть. Ну, еще возьмем в догоночку чуть-чуть дерева. Есть. Выбираем место, куда нам лучше полететь. Так, а ну давайте на вот эту планету слетаем за 3 дня. Интересно посмотреть, что там. Так, 1500 у нас. Ну и что вы тут собрались? По-моему, капитан корабля мутит с инопланетянкой. Так, ну ремонтник есть. Сказали, что что-то поломалось. Слава богу, мы взяли ремонтник. ЦУ. Вот так будет. Ремонтница, которая будет ремонтировать здесь все, что нам необходимо. И пока месть без происшествий. Вообще спокойно, даже пираты ни разу не напали. В принципе, я не против. Подожди, я ж патроны купил. Почему я не могу стрелять? А может, нету боя еще из-за этого? Или никто не пролетает мимо? Странно. Так. Мы пока выходим. Давай, давай. Кто такие? Есть. Так, сразу смотрим, что тут можно продать и почем.
275. Ну а что, возить с собой? Мне интересует, почем у вас флешки. 827. Ну, я бы не сказал, что это нормальный заработок. Но в любом случае 827 это 827. Надо вот батарейками тут тариться. Батарейки дешевые. Окей, ребят, давайте на этом закончим. Так, что там у нас? Секундочку, не будем заканчивать. У нас повысился уровень. Окей. Наремонтировала, да? Повышаем тебя. Есть звезда, которая будет заполняться и улучшать ее параметры. Хорошо. Ребят, давайте на этом закончим. Я думаю, если вам понравилось видео, вы поставите лайк и будет продолжение. В любом случае, обратите внимание на эту игру. Довольно-таки интересный проект. Так, поубивать время. Не напрягаясь, отдыхая. Иногда не хочется мяса, мяса, валива, жести. Хочется так поклацать, чтобы твои космические торговцы или пираты путешествовали, покоряя просторы космоса. С вами был Жек Херсон, ребят. Жду ваших комментариев. Всем пока.